17 октября в конференц-зале Дворца спорта имени Гамида Гамидова состоялось первое заседание оргкомитета юбилейного межконтинентального кубка по вольной борьбе, посвященное памяти прославленных борцов 19-20 столетия. Открывая заседание, глава города Зайнуддин Акмазов отметил важность высокого уровня проведения турнира, так как он является юбилейным. Схему вы все знаете, оргкомитет у нас составлен, список из ринполучения. Вот я зачитаю, заместитель председателя оргкомитета Коргулев Ахмедов Бадыр Терезен Дадаевич. Члены Магомедов, заместитель председателя собрания Халитов Шамсудин Мару Кайбула Гусейнов, начальник радиополиции. В общем, вот проведение наших заседаний оргкомитета, это все один человек должен взять на себя. Всех, которых мы должны пригласить по списку, он должен отвечать. Исмаил. Обсуждению подлежали вопросы размещения участников, судей, охраны общественного порядка во время соревнований, медицинское обслуживание, культурная программа и другое. На заседании выступили заместитель главы администрации Исмаил Дадаев, начальник отдела физической культуры и спорта Магомед Али Газимагомедов и судья Камзат Аббасов. Нам придется данный юбилейный турнир также провести на высоком уровне, особенно красочно его провести, потому что это юбилейный турнир. Он должен отличаться по типу проведения от тех предыдущих турниров, которые мы проводили. Я думаю, мы все тут специалисты, которые заняты этим турниром, готовы к этому. Ответственность наша готова взять на себя поручение, которое прописано в плане мероприятий. И вся работа будет идти у нас слаженно. Выступающими были внесены свои предложения в план подготовки турнира. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».